Что? Юфи, ты принцесса? Но где же ее охрана? Похоже, сейчас это ты. У вас что же, свидание, что ли? Вовсе нет. Она просто попросила проводить ее. Сузаку, смотри, кошка. Да, уже иду. Он что, и правда не знал? Всего несколько дней назад она была школьницей. Если бы ее высочество принцессу Корнелию не назначили новой наместницей, она сейчас была бы в Британии.